Серийный убийца, наводивший ужас на жителей города, наконец арестован. Юг Дон Сик признался в 7 убийствах, 6 из которых описаны в его дневнике, послужившим неопровержимым доказательством, наряду с недавно совершенным убийством. Он здесь. Почему вы их убили? Зачем оставили записи о совершенных убийствах? Что вы чувствуете? Вас мучают угрызения совести. Запросите психиатрическое освидетельствование. Будете настаивать на невменяемости? Ответ вы получите после тщательного расследования. Я не сумасшедший. Я психопат. Убийца. Утверждаете, что в своем уме? Что это значит? Как писал Леонардо да Винчи. Он писал левой рукой и читал при помощи зеркальца. Вы помните такое? Если прочитать текст через зеркало. 24 апреля. Сегодня. Я убил еще одного человека. Радость, что я испытываю при убийстве, ни с чем не сравнима. Тот миг, когда я беру за руку жертву, умоляющую о пощаде, протыкаю ей палец и оставляю кровавый отпечаток. Самый волнительный. Что такое? Начали что-то вспоминать? Нет. Я... Мне так ничего не пришло на ум. В этом дневнике говорится, что я психопат. Серийный убийца. Труп предпринимателя найден в водохранилище, предположительно самоубийство. Начинающая актриса. Начинающую актрису нашли мертвой у себя дома. Я дал себе прозвище «Хищник». Зверски убил 6 невинных. Я писал в дневнике все в мельчайших подробностях. Хочется верить, что это ложь. Но нет. Это реальный случай, произошедший на самом деле. Последнее убийство совершено в ту самую ночь.